Как апостилировать официальные документы? Заявления на апостилирование принимают в офисах госкорпорации правительства для граждан и через портал электронного правительства. При обращении в госкорпорацию необходимы следующие документы. Заявление, документ, удостоверяющий личность, документ, подлежащий апостилированию, документ, подтверждающий оплату госпошлины, нотариально заверенная доверенность, в случае обращения представителя заявителя, образец подписи и оттиска печати выданных документов другими государственными органами. Если анкетные данные услугополучателя изменятся, то необходимы подтверждающие документы. При обращении наследников нужны документы, подтверждающие родство с умершим. Срок 2 рабочих дня, услуга платная 0,5 МРП. При обращении через веб-портал egov.kz нужны электронная заявление,